волнение, переживания и, конечно же, желание победить. Именно эти эмоции переполняли участников областной эстафеты. В Брест стражи порядка всего региона приехали только за победой. Представители районных подразделений милиции в течение всего субботнего дня пробовали свои силы в беге на длинные и короткие дистанции, в преодолении препятствий, в транспортировке пострадавших. Испытания для милиционеров не показались трудными. Соревнованиям предшествовала серьезная подготовка. Конечно же, мы готовились. У нас каждую неделю проходят занятия по физической подготовке. Это кроссовая подготовка. Вот. Команда 12 участников. Вот. Все были в состоянии боевой готовности. Все боролись за победу. Веселая полоса препятствий. Конечно, немножко тяжеловато, потому что все-таки по форме, а не в спортивном костюме. А так все хорошо. В этом году мероприятие имело статус семейного. Занять себя мог и взрослый, и ребенок. Для детей был создан целый комплекс отдыха с батутами и играми. Кроме того, недалеко от площадки развернулась полевая кухня. Подобные семейные праздники призваны не только развивать командный дух сотрудников ведомства, но и дают хорошую возможность отдохнуть с семьей. У нас все-таки не работа, у нас служба. И каждый сотрудник большое количество времени уделяет служебным вопросам, порой и без выходных, порой без отпусков мы работаем, поэтому как бы семье не всегда удается уделять достаточно внимания. Сегодня есть такая возможность, когда мы приглашаем на наши соревнования не только наших сотрудников, но и членов семей для того, чтобы пообщаться, для того, чтобы провести время и в конце концов для того, чтобы просто получить положительные эмоции. Такая форма приобщения к спорту, как командные межведомственные соревнования, некоторое время была забыта, однако сегодня уверенно возвращается на лидирующие позиции. Ведь от того, насколько подготовленными будут правоохранители, зависит, как быстро будут раскрыты преступления. А соревнования – это хороший способ отдохнуть с пользой.